Он дирижер очень особенный, который не очень много репетирует, честно говоря. Он любит, чтобы его понимали с лёта, да, он не тратит много времени, чтобы объяснять все это, достаточно взгляда, ты уже видишь во взгляде, и вот это сам момент вот этого, он очень интересен. Sulla tomba per inserra il tradito genitore al tuo sangue eterna guerra. В нем есть пламя, когда он дирижирует, и этот огонь, он сметает все на своем пути, увлекая нас за собой. И в результате мы умудряемся каким-то образом превзойти собственные силы и быть на совершенно невероятном уровне.